носит проекты 949. Втрое превышает серийно построенные подводные лодки второго поколения, вооруженные крылатыми ракетами. Ракетная атака. Подводная лодка способна произвести залп любым количеством ракет, вплоть до полного боекомплекта с минимальным интервалом 5 секунд. Предназначен для непрерывного скрытного слежения за ударными и противолодочными авианосцами, а также другими крупными кораблями противника и поражение их крылатыми ракетами комплекса «Гранит» с началом боевых действий.